ребята, всем привет! Совсем скоро состоится матч Рубина с ЦСКА, на который вас не пустят без паспорта болельщика. Если вы уже его сделали, то вы молодцы, а если нет и даже понятия не имеете, как это все делается, то не переживайте, я вам сейчас все расскажу. Нам понадобится ноутбук и 2 минуты свободного времени. Для начала мы заходим на сайт rubinfans.ru, проходим регистрацию, здесь все предельно просто, женщина даже может разобраться. И после того, как вы заполните все поля, нажимаете «Отправить», и вам на телефон приходит код. Далее мы с вами идем на сайт fanid.ru. Здесь все тоже очень просто, нажимаем галочку «Вы получили код саморегистрации», вводим код, паспортные данные, загружаем фотографию. Если у вас есть фотография с вашего паспорта, это будет очень хорошо, но можете сделать просто селфи на фоне белой стены. И нажимаем «Далее». После завершения регистрации вы сохраняете номер заявки и ждете, пока вам на телефон приходит сообщение о том, что ваш паспорт готов. Нам с вами осталось дождаться, когда нам придет СМС о том, что наш паспорт готов, и сейчас мы с вами пойдем его забирать. Итак, ребята, мы пришли в FanID. Как вы видите, очередь здесь небольшая. Нам нужно подойти к аппарату, нажать русский язык, я уже зарегистрирован, и взять талончик и ждать. Так, здесь мы идем забираем. Здрасте, спасибо большое. Спасибо, забираем билет и паспорт, и идем на матч. Пока.